Возможно, не все это смогут понять. Найдутся и те, кто порыв мой осудит. Но мне иногда попадаются люди, которых немедленно тянет обнять. Без всяких причин, потому что в пути они как подарок случились однажды. И пусть это выглядит глупо, неважно, но хочется рядышком с ними идти. И просто болтать, не боясь надоесть. По-детски наивно и неосторожно. А после сказать, как такое возможно, что мне хорошо от того, что вы есть. Вы словно сквозь тучи прорвавшийся свет. Но где вы беретесь такие? Откуда? Они ничего объяснять мне не будут. А только обнимут покрепче. В ответ.